Здравствуйте. Почему смотрит на нас? Знаете, Джоу, да? Надеюсь, мы поладим. Я отправил его по ошибке. Что? Письмо всей компании. Я дам тебе вкусняшку, если будешь панькой. Вы не надеялись на это, но определенно окажетесь готовым. Сядьте, вон там. Господин Чон Джи Хо, вы должны отделять свою личную жизнь от работы. Слушайте приказ. Весь день не отходите от меня. Хорошо, Джо, идем. Может, вместо того, чтобы быть коллегами или партнерами, будем встречаться, будем настоящей парой? Я не хочу. Нет, Джо, я не встречаюсь, простите. Давайте завтра проведем последнюю игру. Это наша последняя игра. Ни ограничений, ни сожалений. Прекратите, Джи Хо! Я так не могу. Я не уверена в том, что делаю. Простите, Джи Хо, вы мое солнце. Единственное, неповторимое. Это конец нашей последней игры. Я ее коллега, она не отвечает на звонки. Просто коллега? Было бы это так, она бы ответила. Джоу, я знаю, что время неподходящее, но вы мне нравитесь. Вы не представляете, насколько сильно вы мне нравитесь. Как мне нужно было заходить так далеко?